Короче, друзья, у нас на Мусе реально ничего. Ничего нельзя. Он тоже похудел у нас. Нюхай, нюхай. Да ёк, ну что вы звоните? Юр, перезвоню, пожалуйста. Подожди, у меня собаки подрались. Да, перезвоню. Да. Давай. Стой, сиди. Ну, скажи. Ну, на нем ничего долгом, ребят, нет. А вон снизу, ну, там вообще мелочь. Нельзя. Уйди, малыш. Так, а где стейки все? Стейки, малыш. Молодец, малыш. Ну так нельзя делать, малыш. Эх, вы, драчуны, вы, питбули. Кто из вас первый начал? Не. Так, ладно, пока. Так. Кто ж... Так, а где второй стейк? Вообще, ребят, стейков надо прям кучу. Чтобы в каждом углу стояли стейки. Вот второго стейка я не вижу. Ладно, сейчас найдем. Бедный брат мой тут стоял. Говорит, выпусти меня. Малыш, ну ты вообще у нас прирожденный боец. Нельзя. Нельзя. Блин, мне стейк нужен второй. Без стейков это плохо очень. Ладно, сейчас. Так, спайк надо вытащить. Спайк уж, поехали, малыш. Блин, один всего стейк. Ну, найду прям. Спайк, пойдем, малыш. Да ты моя. О, весь перекошенный. Ёпс, туда, малыш. Да ёп. Мне даже с рук все падает. Мой сладкий сейчас. Иди, малыш. Это мой рот. Что ты мой сладкий? Я тебе сейчас порычу, Муса, я тебе сейчас тресну, сволочь ты такой. Нельзя. Спать, пойдем. А, сегодня хромать будет, это еще нормально. Муса ему там пробил лапу. Блять, Спайк, ну блин, да ёб, перехвалили что ли, ну. Стой, Маш, видите у нас? Ай-яй-яй, как он любит кататься, пойдем, Спайк. Давай машину, Спайк, уж. Молодец, Спайк думает, ну вас нахер, я готов уехать навсегда, лишь бы вот эта вот херня не творилась. Да ты мой родос, ты мой... Ты мой сладкий, малыш. Сейчас все сделаем, будешь дома сегодня. Извини, малыш, я не специально. Да ёб. Так, это не мешается. Все, давай спокойно сейчас. Ребят, в прошлый раз было намного. Там прям раны были широкие, вот такие. Сейчас хоть более-менее. Да ты моя радость, бедный нос. Что хочешь, все. Ребята, не хвалю я Мусу, читаю просто комментарии, не хвалю я Мусу, я не говорю, что кто, что, я говорю, вот, хотели помирить, вот, и вопрос, который был, кто сильнее, я сказал, что Муса, да, был сильнее, а то, что там начинают грязью поливать, знаете, всякую хрень нести, блин, буду блокировать любого, кто не понимает правильно ситуацию, а только докапывается. И собаки здесь не виноваты. Нельзя. Да ты моя рот. Ты мой сладенький мой. Сейчас пойдешь. Малыш, пойдем. Надо, малыш, давай. Пойдем, Спайк, пойдем. Пойдем, малыш, пойдем. Давай. Вот так. Стой, малыш. Стой. Пойдем.
Пойди. Здравствуйте. А где Настя, тетя Даня? Тут. Ай, стой, 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 стой. Привет. Привет. Что вы сделали? Ну вот так вот. Зашивать пришли. С Муссой подрались. Зачем? Да вот, кто хотел, блин. Махает хвостиком. Капец, блин. Да работники блоки вытаскивали. И забыли дверь закрыть. А там две двери, привет, брат. Две двери в вольере. И вот, отпустил. А этих закрыл одних, других отпустил. Ну, короче. А у того хоть бы что. Молодой он аппарат, блин. Он больше, по-моему, да, чем спаги? Не, он шире. Спаги не, чуть выше, а тот такой, знаешь, сбитый. Сын его, короче. Покуша, мой спай, кушай, мальчик, мой любимый. Он, бедный, никогда драки, знаешь, избегает, не любит это все делать. Давай, как следует все его сделаем. Зашивать, может, надо бы, да? Нет, не надо. Блин, сейчас все мои подписчики. Ребят, я не виноват, не специально. Так, я выключу. Ребят, все обработаем, сейчас все сделаем. Вика, бетамокс, дитрим по 3 куба. Это, зашивать сказали, пока ничего не надо. До, ну, в общем, стянется, да, Настя? Да, сейчас все обработаем. Ну, имею в виду, что не будет там это, все. А потом приехать, отметиться, да, еще? Еще раз в субботу, да, приедешь, уходим, посмотрим. Хорошо. Короче, всего обрызгали, пацан. Ой, слабенький. А глаза не попадают, Настя? И там лапа еще. Поднимай мордашку. Спокойно. Это антибиотик. Угу. Так, у нас лапа еще есть. Вот, Настя, еще сзади. Сзади тоже? Да, да, вот чесала прям вот мозоляки свои. Кусами. Да, это вот. Там мелочь, ну пусть. Все равно. Да, ой, Спайк, всего помяли. Красавец, вообще такой красивый. Да. Знаешь, какой он добрый. Да, добрее вот его подписчики. Вообще нету. Вот, спасибо, Настя. Я очень люблю. Да, да, он у нас адекватный, человечище. Ну прям настоящий собакин. Джигит. Как ребенок. Я день рождения тут его видела, смотрела тебя. Да. О, Настя. Ничего, ничего. Стой. Ай, смотрите, чтобы... Ты что меня пугаешь так, ёпну? Уйди, спать. Нет, подождите, спать. Нет, кто, не три. Давай я выйду, чтобы он не трёс, да? Да, да, выходи. Да. А все, спасибо. Пьянков, все, да? Короче, ребят, в субботу еще придем, антибиотики доставим. Не бойтесь. На нас напали. Мы отбивались, да, спать? А нас боятся. Нет, 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 малыш, пожалуйста. Пожалуйста, тут потом отмывать долго. Спайк уж лежать, лежать. Спайк уж, пожалуйста, лежать. Давай, давай. Вот. Ай, молодец, мой лапочка. Да блин, ну как его не любить, а? Малыш, все хорошо, все тебе сделано. Капец, просто. Хорошо быстро разнял, я хоть за это рад. Я надеюсь, что больше такого никогда не повторится. Ну сколько, что за хрень, а что за хрень? Ну, спать, пойдем. Бедный.
Спайк, пойдем. Малыш, пойдем, мне дома будешь отдыхать, пойдем. Малыш, пойдем, пожалуйста, пойдем, пойдем. Пойдем, Спайк, пойдем, пойдем. Спайк, иди сюда, пойдем домой. Бедный был. Молодец, мой маленький. Все хорошо будет. Пойдем, пойдем. Пойдем домой, пойдем. Иди, Киара. Киара в шоке. Киара, иди. Тихо, тихо. Ким, Ким, спать. Все, отдыхай, малыш, пожалуйста. Все, отдыхай, малыш, отдыхай. Лежи, лежи. Лежать, Спайк, лежать. Вот так, малыш мой сладкий, обиделся. Малыш, ну мы мужчины. Спайк, мы мужчины, не надо. Надо. Пипец, у него тут опухло. Луна шкребется. Интересно. И поводков надо вот таких побольше приобрести. А то два осталось, один порванный, хорошо. Нашел, пока все нашел. Все, малыш, отдыхай. Все, малыш, я тебя люблю. Так, пойдем мусу обрабатывать. У него там одна ранка и все. Еще мужица не занимался, у него столько энергии накопилось. Уйди, Кими, уйди, Кими, уйди. Да и у него все прекрасно, блин. Лапка у нас заживает там. На. А, у него вон, пошкребал его Спайк. Ну, по мелочи. Вообще, ребят, не то, что хвалю, сравниваю. У Спайка укус очень сильный, что-то... Или зубы действительно тупые стали, или... Ну, короче, ладно. Давайте обработаем. Все, обработал. Муска, смотри. Муска, посмотри. Да у него толком ничего нет. Ладно, отдыхаем. Похудел. Так, ладно. Че, вон, это в шоке были, да? Даже, ребята, вот, ну опасно. Даже вот суки уже потихоньку, это уже тоже их ждет. И плюс, ребят, поэтому вольеры каждому отдельные. Даже, сука, с кобелем могут подраться. Это я знаю. Так, кошечка наша, привет. Тебя Спайк обмазал, да? Или ты об него обмазался? Ладно, ребятки, все. Да, ты Спайку хочешь? Не надо, малыш. В общем, ребят, не могу я на Спайка смотреть, пусть отдыхает. Не трясись, это не холодно. Здесь нормально. Все, пусть отдыхает, ребятки. Моя радость, моя радость. Ой, малыш, тихо, только. О, тихо, тихо, тихо. Сейчас Киарка меня умилила, чтоб я включил
камер. Молодцы. Тихо. Киара, нельзя. Киара, нет, нет, все. Киара, молодцы. Ты моя сладкая, ты моя сладкая. Извиняюсь, у меня руки заняты. Все, тихо, тихо, тихо. Киара, не трожь. Нельзя. Нельзя, Багира. Вот так. Нельзя. Багира. Провокаторши. Вы молодые, они уже в возрасте. Багира. А ну не... Так, сейчас я Киару... Так, закрою дома, нафиг. Пусть эти бегают. Спай в клетке. Все, не бас. Нафиг, Киарочка, умничка наша, ветеранка. Понюхала его. Да, Киара, что со спайком?